в КЧГУ имени Умара Алиева в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» прошла встреча с бизнес-тренером, консультантом Александром Глоком и экспертом федеральных образовательных проектов Игорем Носовым. В ходе мероприятия студенты получили необходимые знания по технологическому бизнесу и узнали, как адаптировать свою бизнес-идею под отечественную экономику. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на раскрытие потенциала ведения своего бизнеса молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Бизнес-тренер-консультант Александр Глок поделился своими знаниями разработки своих бизнес-идей. Ключевой показатель федерального проекта – вывести в экономику из университетов 30 тысяч технологических предпринимателей к 2030 году, отмечают спикеры. Сегодня мы работаем в Карачаевске со студентами университета и проводим тренинг «Технологическое предпринимательство. Основа технологического предпринимательства». Рассказываем студентам о том, как генерить идеи, как прописывать бизнес-модель, как тестировать свои идеи, где находить клиентов, что вообще такое технологическое предпринимательство и чем оно отличается от обычного. Эксперт федеральных образовательных проектов Игорь Носов в формате деловой игры и тренингов познакомил ребят с особенностями технологического предпринимательства. Данный вид бизнеса – это инвестирование финансовых и интеллектуальных ресурсов в специфические активы, основанные на актуальных достижениях и знаниях в областях науки и техники. Мы сделали такую немножко смешанную историю, когда и поделились нашим опытом создания классического бизнеса, причем опыт группы всегда больше, чем опыт одного человека, даже двух. У ребят здесь была даже девушка, у которой в Нальчике есть своя собственная студия растяжки. Поэтому это была такая процедура именно обмена опытом. Плюс основы именно технологического предпринимательства, чем технологическое предпринимательство отличается от классического, мы с ребятами разбирали в формате лекции, в формате вопроса-ответа, и сейчас переходим уже в формат такой деловой игры. Студенты активно включались в тренинги и практикумы. Участники уверены, что проект поможет им в будущем стать предпринимателями и реализовать свои стартапы, адаптируя их под российский рынок. Инструменты, источники финансирования, очень огромный багаж знаний, было очень много полезной информации. Скажем так, появилось огромное желание начать заниматься бизнесом, вникать в вот это все инвестирование, построение своего бизнеса и так далее. Студенты не сомневаются, что встреча со специалистами позволит перенять их опыт, даст возможность избежать ошибок и в течение короткого времени дойти до поставленных целей. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.